В вашем аккаунте в Инстаграме вы достаточно популярны, у вас более 10 тысяч подписчиков. Что удивляет и трогает ваших подписчиков и почему вы им интересны? Я бы сказала, что им особенно близки мои сюжеты, которые знакомы каждому. И, наверное, во многом возможность прикоснуться к этим сюжетам лично, потому что зачастую я пишу картины с помощью моих подписчиков. Например, мы можем писать картины в прямом эфире, и я у них спрашиваю совет, что разместить в таком-то месте. Они мне помогают, подсказывают. Они помогают мне с названиями для картин. Наверное, это во многом их сближает с моим творчеством.